Приветствую на канале «Китай поможет». На этот раз это ZigBee проводной выключатель умного дома Tuya Smart. Смотрим коробочку. Инструкция. Сам выключатель двухклавишный. Конденсатор 0,47 микрофарад, 275 вольт переменка. В разрыв фазы, когда подключается, данный конденсатор ставится параллельно лампочке. Если у вас будет лампочка, например, мерцать, либо выключатель нестабильно работать, ставится конденсатор. Два винта. Собственно, сам выключатель. В данном случае двухклавишный выключатель. Вот так нажимается качельками. Здесь два индикатора, подсветка есть. Круглый подрозетник, два канала ZigBee, переменка 110-240 вольт, частота 2,4 ГГц. Нагрузка 10-100 Вт на канал. Вход L — это фаза, L1, L2 это на нагрузку. N — это нейтраль, можно подключать, можно не подключать. Входит любой европейский круглый подрозетник. Подробнейшая инструкция, как подключить Tuya Smart и так далее. Инструкция на английском. Вот основные параметры. Работает в приложении Tuya Smart либо Smart Life. Так как протокол ZigBee 3.0, то для работы данных выключателей нужен шлюз. Например, вот такой вот шлюз от Tuya Smart Multimode GTV. Здесь он подключается по Wi-Fi к вашему роутеру, и можно подключать устройство ZigBee, Bluetooth. Так как ZigBee, она более стабильна, в отличие от Wi-Fi подключения. Немножко попробуем разобрать. Посмотрим. ZigBee модуль, здесь две кнопочки. Кнопки довольно, кстати, шумные. Здесь все на защелках. Попробуем аккуратно разобрать. Модуль управления отдельно. Здесь силовая часть защищена. Еще он даст вытащиться. Вот так легко вытаскивается. Здесь два семистра стоят. BTA-16 600 вольт. Скорее всего, на 16 ампер 600 вольт. Даже термопасту нанесли, радиатор. Так что звука клацания никакого не будет при включении света через автоматизацию либо через приложение. Собрали. Дальше подключаем обычную лампочку. Фазу определяем индикаторной отверточкой. Подключаем клемму L. Выход фазы L1 к лампочке идет. Но вместо обычного выключателя, как есть у вас классическая каноническая старая разводка. Все, в разрыв подключили. Включаем в розетку. Видим, что лампочка работает. Так как это обычная лампочка LiCHA, тут не надо никакой конденсатор. Все и так будет работать. Дальше заходим в приложение Tuya Smart. Жмем кнопочку «Добавить новое устройство». Электрик, выключатель. Выключатель ZigBee. Выключатель ZigBee. Выбираем шлюз. Так, сброс нажать. Задержали кнопку, индикатор замигал. В списке устройств появился Smart Tuya Gang Switch. Так, плагин управления выглядит. Левый канал. Правый канал. Абсолютно бесшумно включается, выключается, абсолютно без задержек. Здесь есть кнопочки «Все включить», «Все выключить». Оп. Два канала сразу. Таймер есть по каждому каналу. Можно задать по дням недели, по времени и так далее. Настройки. Релей статус. Это после включения какой будет включено, выключено, либо запомнить предыдущий статус. Индикация. То есть, когда включается, светится вот здесь синенький индикатор. Можно выключить. Можно наоборот. Светится, когда выключено, а когда включается, то погасит индикатор. Прикольно. Можно в группы добавлять, общий доступ, создать группы. Поддерживать Google Assistant, Alexa. Допустим, коснуться для запуска, запустить устройство. Можно включить, выключить канал и либо сделать инверсию канала для первого или второго. Countdown. Одна секунда. Что такое countdown, я не знаю. Ну, давайте проверим. Задержка, что ли, на 4 секунды. Далее, при изменении статуса устройства, выключатель включен, либо выключен. Первый канал, вот второй канал, countdown какой-то, не знаю, статус. А вот такая вот автоматизация. Сейчас попробуем зайти в Яндекс Алису, посмотрим, увидит ли данный выключатель. Устройство умного дома, Tuya Smart, обновить список устройств. Да, Smart Switch ZigBee. Комната по умолчанию. Выключатель ZigBee. Это сразу два канала, как я понимаю. Выключатель ZigBee 2. Это левый канал. Включи свет, выключи свет, включи. То с выключателем ZigBee 2. Осветительный прибор. Выключатель ZigBee 2. Выключен. Включи выключатель ZigBee 2. Да не ZigBee 2, блин, тупица. Неудачно я назвал выключатель. Надо переименовать. Алиса, включи выключатель второй. Включаю.
Выключи выключатель 2. Окей, выключаю. Вот так быстро Алиса работает. Такой вот получился обзор. Симпатичный выключатель. Качество испания хорошее. Все работает, с Алисой работает. Нужен шлюз ZigBee для управления группой выключателей таких, либо одним. Есть варианты ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth. Ссылки для заказа шлюза такого и выключателей всех типов будут в описании. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось, это важно. И ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока.